тянуть длинные ноты, нащупаем свою диафрагму. Нащупайте, если можно. Значит, выдох и диафрагму пытаемся вытолкнуть руки. Сначала попробуем это делать без дыхания, не связывая с дыханием, а просто мышцами. Вот если вы пресс скачали, пошли то же самое. Верхний пресс, выталкиваем вперед. Теперь соединим с вдохом вдох и выталкиваем руки с помощью живота. Вдох. И когда мы делаем выдох, мы не втягиваем обратно, а просто расслабляемся. Вдох. И вот сейчас мы сделаем вдох и вместо выдоха возьмем звук. Вдох и... Значит, овальный рот и горло широкое, внутри пространства много. То есть мы соединяем работу диафрагмы. И сейчас мы потянем вот так вот по всему диапазону. Значит, начнем отсюда. А мужчины... И начинаем. Дальше. Пауза, так как не у всех вверху может легко получаться, давайте отсюда на ха начнем. Ха! И вдох. Интересно, слышите, что кто-то поет в ноту, кто-то чуть-чуть отходит? Ну, такое может быть, потому что не у каждого вот эта позиция выстроена, чтобы сразу легко попасть. То есть это уже индивидуально, когда мы занимаемся, мы смотрим.